Всем привет, я Микрик, и сейчас у нас обновится сезон Бравл Пасса, будет уже четвертый сезон, добавится новый персонаж. Сейчас, как вы видите, у нас их 40. Давайте, кстати, заберем подарочек в магазине. Сейчас увидим, появится ли какая-нибудь акция в магазине, потому что вполне возможно. Ох, сейчас ютуберы пойдут выпускать видосики. Оп, смотрите, я только вошел. И что? И вот, сезон обновился. Yes. Да, так давайте его полностью просмотрим, потому что мне дико интересно, появились новые квесты, как раз получится пройти. Я, наверное, все-таки задоню на него, если будет какая-нибудь крутая, вот он на 30-м левеле. Кстати, как вам идея? Смотрите, сколько у меня биг боксов. Давайте сделаем так. То есть я дойду до 30-го левела и сделаем вообще охрененное открытие. Блин, я думаю, будет очень и очень круто. И если я нажму перейти... А, понятно, куда закинет. Я думал, на канал Supercell закинет. Так, давайте попробуем сейчас повыполнять квесты. Поиграем на конкурсных мапах, блин. Кстати, а появился ли Лу в персонажах? Можно ли его затестить? Так, блин, впервые, если честно, играю на этой мапе, но она очень и очень прикольная. Фух, так, все. Нормально. Так, где ты? Ой, где я? Нет, не подходи! Блин, нифига, вот это меня зафигачили, нормально. Так, давайте тогда смотреть, если что. Что там такое происходит? Там, получается, они все на центре сейчас. Кстати, вы слышали уже о новой игре от самой честной компании Supercell. Я уже слышал, мне игра, если честно, понравилась. И, то есть она дико крутая. Это на самом деле Rush Wars. А нет, какой Rush Wars? Это... Так, что за пролаг? Это у нас Boom Beach в Бравл Старсе. И мне это очень нравится. То есть игра очень прикольная. И это круто. Возможно, потом они сделают Clash of Clans в Clash Royale или что-то того. Я сейчас запинаюсь, извиняюсь. Давно что-то я ролики, кстати, не записывал. Блин, заговариваюсь, только проснулся. Итак, ребят. В будущем, на самом деле, ролики я планирую выпускать нормально там. С нормальным графиком. Ну, как часто. Через день, через два дня. То есть вот так вот, чтобы они как бы были достаточно, в принципе, часто и умудрялись не надоедать. Так, ё-моё, ай-ля, какая ты крыса! Блин, Шелли, не дохни, Шелли, не... Не, слушайте, давайте, может, все сразу пойдем сдохнем, а? Все, отлично, 50. Фух, просто мапа на самом деле офигенная. А тут проголосовать можно? А, ее уже, наверное, выбрали. Итак, давайте поехали проверим сейчас, что с новым персом. Вот он, 41. Доступно после 30 уровня в сезоне. Блин. Это на самом деле очень и очень обидно. Вот сейчас бы зафигачил открытие. Вот как тогда Амбер выбил. И это круто. Опа. Кстати, сейчас я играю впервые на Лу. О, посмотрите. Ё-моё, механика крутая. Мне нравится. Давайте еще раз прочекаем. Я сильно даже снэкпики не смотрел. Так. То есть, если я стреляю в другую сторону... Нет, если я стреляю в другого... Ничего. Эта фигня также у него остается. Чего? Серьезно? Да? Да ну. Так, давайте проверим. Сейчас побьем вот этого вот робота. А, нет, отнимается, мне кажется. Итак. Да, вот она отнимается. То есть было наполовине и стало вот так. Ну, ульта с пассивкой вместе мне вот очень нравится. То, что просто соперники теряют управление. И это на самом деле очень прикольно. То, что все не могут нормально передвигаться.
Ема, меня это очень и очень забавит. И круто, что они добавили вот такой вот стан-эффект. То, что вот все думали, это пассивка. А на самом-то деле это, ё-моё, это очень крутой стан-эффект, который доступен даже на первом левеле. То есть, так, давайте проверим, кстати, да, как быстро ульта заряжается. Раз тыка, два тыка. То есть, грубо говоря, 2,5 тыки. Персонаж, мне кажется, очень и очень имбовый. Что по гаджету? Лу покрывает ледяной броней. Читать разучился, нормально. Становясь неуязвимым на целую секунду. Мне кажется, это минус и плюс. То есть, такое себе. Враги в зоне действия Супера Лу постепенно замерзают так же, как его... от его основной атаки, блин. Какие у нас там квесты? Забула. Погнали, еще поиграем на конкурсных мапах. Итак, давайте разбирать новую игру от Supercell. Как она вам вообще? Понравилась, не понравилась? Мне, еще раз говорю, очень-очень понравилась. И скоро у нас будет альфа-тест. Что такое альфа? Это закрытый бета-тест. То есть и в него так не получится поиграть абсолютно всем, кто хочет. Насколько я понял, нужно вступить в официальный дискорд этой игры и после этого уже играть. Итак, а что за хрень? Почему нас не запускает? Ладно, давайте перезайдем. Итак, ребят, я перезашел и... Походу, что-то баг какой-то случился. Так, давайте попробуем еще залететь. Фу, залетело. Нормально. Так, мы с кем заспавнились? Спока. Опа, окей, все. Так, мы всех выпилили. Команда, кстати, я замечаю, что-то... А тиммейты-то неплохие, ребят. Серьезно. Так, все, отлично. Бул круто прилетел. Так, надо спасать кольта. Чего? Вы заметили, что это было? Нормально, я ультой так налетел. Так, ой-ой-ой, прикрывай кольт. Ну, блин, на самом деле, тыку он мог хотя бы на себя взять. На, все. Фух, я улетел на самом деле как крыса, бросил тару. Но я бы не выжил. Мне кажется, я бы тоже не выжил. Итак, отыгрываем сейчас просто как ё-моё крысы какие-то. Так, опа, перебросил меня, так перебросил. Все, окей. Нормально. Так, что это тут у нас? А, блин. Фух, вот это я тактично улетаю, конечно. Блин. Давай. В смысле я не улетел? Так, я что-то не сильно понял, а почему я не улетел? Это что-то мне кажется как-то тупо. Опа, у нас, грубо говоря, ничья. Так... Стоп, что происходит? Как он... Я походу в Бравл что-то как-то разучился играть. Что за дичь происходит? Так. Мне надо валить. Надо валить, не трогайте меня! Меня убили. Кольта тоже убили. Что за хрень? Фух. Нет. Фух, нормально. То есть мы каким-то макаром победили, но играть я явно разучился. Так, давайте еще попробуем сыграть в дружескую игру за вот это... А, не получится сыграть за этого Лу, блин, обидно. Это на самом деле обидно. Есть какие-то еще новости, может? Так, давайте проверим. Итак, что у нас, какие новости? Так, ну понятно, это финал. Прогружаются, кстати, это очень-очень долго почему-то. Вот я вообще не понимаю. Опа, давайте попробуем здесь сыграть. За кого еще можно на этой прикольной мапе сыграть? Слушайте, так здесь Роза будет катить вообще люто. Кстати, сейчас еще... А в смысле, вы видите, как откуда оно прогружается? Что? Так. Нормально. Нормально. Так, здесь я так понимаю, мне главное накопить просто на щит. Сделаем вот так. Ну, этот баг, хотя нет, о чем это я говорю? Тут багов нет, вы что?
Как такое могли подумать? Так, давайте, блин, куда она... Так, опа. Ля, какая крыса, я убегу. Без тебя, в смысле я с ней? О, ля, какая ты, привет, просто привет. Амнита. Ты тут, я так понимаю, вообще не думаешь, да, что, типа, надо добивать. Отлично, взяла, сперла мой килл. На самом деле, охрененно. Так, давайте тэпаться. Опа. Так, я думаю, мы ее загасим. Ух ты, блин. Кстати, крутой мув от нее был сейчас. То есть она активировала телепорт и просто смылась. Нита тупая. Медведя круто тэпнул. Нормально. Так. Мы сейчас проигрываем. Все, супер. А, медведь куда улетел? Посмотрите просто на медведя, ё-моё. Угораю на самом деле. Так. Ой-ой-ой, понятно, куда ты улетел, дружочек. Давай. Нани. Не, я не понимаю, а чё она не выйдет? То есть... Она уже сколько так просто стоит? Мы тупо из-за нее сейчас просираем. Она уже раз пять, по-моему, сдохла. Не, охрененно, молодец у нас на ней. Ладно, ребят, ждем новое обновление. Скоро будет обнова в декабре. Еще точно ничего не известно. Ждем новую игру. Чуваки, мне вот кажется, она будет охрененная. Всем спасибо, кто досмотрел. Всем удачи, всем пока-пока.